Пять лет назад, 7 апреля, в Березниках состоялось открытое первенство по плаванию. 14 команд со всех уголков Пермского края, 500 участников от 8 до 12 лет и ни одного свободного места на трибунах. Одна из сильнейших спортсменок города – Соня Прокофьева, обладательница нескольких золотых медалей, и в этих соревнованиях финишировала первой. Перенесемся в 2014 год. В этот день самые сильные люди Урала съехались на первый открытый чемпионат города по кроссфиту. Среди лучших в своем деле оказался и березниковский триатлонист Евгений Буторин, а также главный тренер Пермской федерации американского футбола Евгений Захаров. В этот апрельский день ровно 7 лет назад настоящий фурор на выставке продажи в Перми произвела Березниковская женская колония. Удивляли, конечно, представленными изделиями собственного производства. Напомню, в колонии развернута целая швейная фабрика. Для Министерства обороны здесь выпускают зимние полевые костюмы, а в 2006 году в Москве изделия Березниковской женской колонии блеснули даже на международной выставке. Они заняли призовое место. Председателем жюри выставки, к слову, был известный модельер Вячеслав Зайцев.